Здравствуйте, танцоры! Немножечко я пропала, но вот я вернулась. И сегодня я хочу с вами выучить интернациональный танец для женщин, для девушек. Это хореография из клипа Дженнифер Лопес «Ain't Yo Mama». Я там чуть-чуть детально переделала, просто не могла понять, как они танцуют, но в целом, я думаю, что я сохранила общую динамику, и почти все оттуда я вам сейчас дам. Ну, погнали учить. С характером, с настроением, каблучки можно босиком, мне все равно. Наколенники не нужны. Да, хочу признаться, куда я пропала. У нас был отчетный концерт, и теперь кусочки отчетного концерта будут появляться на ютубе, и я буду вам давать в видеоуроках много всяких малявочек, всяких таких отрывочков. И это первый отрывок. Погнали. Самое начало. Акцент. Я делаю плечо вперед. Буду динамику менять. Будем постоянно включать музыку, чтобы вы понимали акцент. Плечо и нога. И бум. Прыг. Чтобы вы услышали. Хулиганы сломали мою большую колонку. Возможно, вам не очень хорошо слышно сегодня музыку. Но что не поделаешь, танцевать, снимать все равно нужно. Поэтому работаем. Еще раз, без музыки, 7, 8. Вот.
8, 7, 8. Это типа манерно. Бум. Я иду вперед. По умолчанию обычно это правая. Вперед. И пальчик такой, типа, нет. И я иду такой, шаг, посмотрю. Шаг, разворот. 7, 8. Вперед. Разворот. Вперед. Разворот. 7, 8. Вперед. Разворот. Вперед. Разворот. Вот отсюда. Если вы уже поняли, да, выбрали в какую сторону последний нет, в какую сторону вы будете работать, вот эта задняя нога будет выходить. Вот вы вот так шли, понятно, здесь стоп, выходит задняя нога. Теперь идем туда, петь, идем обратно. Теперь кулачки, бум-бум, циркуль, вперед, нет, вперед, просто разворот. Есть, да? Еще раз, шаг вперед, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, нет, нет, бедра, бум-бум, усиление, шаг, разворот, нет, мы шли с вами, шаг, разворот, та же нога делает, нет, бум. Мою большую стереосистему залили водой дети, поэтому, ну, ничего страшного, да? Мы друг другу простим, если звук будет не очень хороший, главное попадайте в тон. Ну и плюс, включайте клип Дженнифер Лопес,
и со всеми женщинами, которые там в клипе танцуют, зажигать. Музыка. Внимание. За вас я не станцую, тренируйтесь, тут как бы ничего не поделаешь, надо просто много раз повторить без меня. Я с вами музычка и шерлочек. Спасибо за вкусный обед. Там карьеристка, которая пытается, секретарша, которая пытается там пробиться. Нет, секретарша, которая пытается его как-то там холить или леять, он на нее кидает, там босс кидает на нее что-то бумажки. Там карьеристка, которую не пускают мужчины продвинуться вперед. Там на заводе женщина еще что-то. Понимаешь, что это к реальности не особо, да, так применимо. Но с точки зрения философии для женщины это прям очень победоносно, а изнутри так достает. Посмотрите клип, вспомните, за что вас напрягает окружение, что вам не нравится, от чего бы вы хотели освободиться. И вот здесь вы освобождаетесь. Освобождаемся, погнали. Thank you.
любимые женщины, может, не только женщины, девушки, танцуйте много раз. Клип Дженнифер Лопес прилагается. Это только первая часть. Жду вас на вторую часть, хорошо? На вторую часть этой хореографии. Она не моя, но я как смогла ее переделала. Еще разочек со мной танцуем, я пошлепала.